Ну, с начала года в центр занятости обратилось 89 граждан за государственную услугу по содействию в поиске работы. Было признано у нас 18 граждан в качестве безработного. Это статистика с начала года. На сегодняшний день у нас на учете состоит 38 безработных граждан и 78 граждан, ищущих работу. Что говорить о наличии вакансий в банке данных, то на сегодняшний день у нас имеется 450 вакансий. Вакансии у нас по различным специальностям. Наиболее востребованные вакансии – это бухгалтера, водители, специалисты, машинисты специальной техники, ну и неквалифицированные специальности. Если учитывать тенденцию отношения вакансии к количеству незанятых граждан, зарегистрированных в центре занятости, то на сегодняшний день получается 6 вакансий на одного незанятого гражданина. Если говорить о выпускниках профессиональных образовательных учреждений в сравнении с прошлым годом, то у нас было трудоустроено 71% выпускников, которые обратились в центр занятости. То есть, если в цифрах сказать, то 31 гражданин обратилась, 22 выпускника трудоустроены.